я выехала оттуда с поворота, вот, получается, сразу выстроилась в эту полосу, по левой стороне ехала скорая, а скорая обошла, я смотрю, он перестраивается, он тихо, спокойно, не подрезая ничего, выстроилась, я его пропустила, в эту полосу скорая остановилась, за скорой остановилась я, ну и секунд 5, может быть, 10 удар сзади. Он ничего не пояснил. Он встал, стоял, смотрел. Я говорю, вызывайте ДПС. Полезла вытащить документы. Поворачиваюсь, водителя нету. Да мы вообще не садились. Зачем ты включаешь, что без разрешения? Чего не хватает сразу руки? Почему вы сели за руль пьяными? Какие пьяные? Кто сел пьяный? Давайте сначала аргументы, а потом будем разговаривать. У вас уже про долю вас показало состояние опьянения. Сотрудники ГАИ. Подувают баб. Где там? Да? Сейчас шутить начинаете, да?